Футбольные клубы так избаловали спортсменов, что те совсем от рук отбились. Уже и по мячу попасть не могут. Некоторые своевольно удаляются с поля. Другие уходят в глубокое подполье. Мяч для них как будто и не существует вовсе. Зрители платят за билеты, а футболисты страдают ерундой на газоне. Самые капризные просто садятся и бастуют, пока не дашь им миллион долларов и конфетку. Боковые судьи не скрывают замешательства. А телевизионщики, знай себе, снимают этот беспредел. Что ж, за непослушание спортсменов нужно как следует отругать. Они, конечно, начнут плакать. Упадут на землю, будут звать адвоката и маму. Но стоит затянуть лентяям пояса, они тут же возьмутся за голову. Беготня по полю станет куда активнее, да и командная игра выйдет на новый уровень. Откуда-то появится воля к победе и впечатляющие акробатические навыки. Если раньше они неуклюже запутывались в сетке, теперь они сквозь нее буквально пролетать будут. Главное, чтобы ворота посреди матча не выдали синий экран смерти.